Все чувашские акацуи от Мурманска до Байкала. Акцию под таким названием решил провести Чувашский национальный конгресс. Его представители в течение 2 недель проедут по местам, где живут и работают наши земляки. Это республика Башкортостан, города Тюмень, Красноярск, Иркутск. Подготовлена большая программа, пройдут круглые столы, творческие встречи, концерты и спортивные соревнования. Представители ЧНК и местных чувашских диаспор обсудят вопросы не только сохранения многовековой самобытной культуры Чувашей, родного языка, но и самое главное – их дальнейшего развития. Сегодня в селе Слакбаш Белебеевского района Республики Башкортостан проходят Дни Константина Иванова. По случаю дня рождения автора знаменитой Нарспи здесь традиционно проходят литературные чтения. Вот что рассказал нам по телефону заместитель председателя Чувашской национальной автономии Башкортостана Рудольф Павлов. Программа очень насыщенная, очень много гостей. Мы с большой радостью всегда встречаем делегации из города Чебоксары и Чувашии. И мы у родника, где у нас сетнер и герои произведения Нарспи, мы будем проводить родничок, стихи читать и так далее. Там молодежь очень будет задействована, ученики. Возложение корзин к его памятнику, запланировано посещение музея Константина Васильевича. У нас еще писатель известный Яков Гаврилович Оксай. Посещение этого музея и его могилы на горе Гусли-гора. Потом будет большой фестиваль возле Центрального дворца культуры.